Сегодня 2 ноября. Я в музее Сукачева. Попытаюсь что-нибудь порисовать, несмотря на осень и холод. А пока я расскажу про интересную мою придумку. Вчера купил новую сумку, портфель. И поделюсь, как из нее сделать вот такой удобный рюкзак. Делается это с помощью второго ремня. То есть у нее был ремень такой, но я прицепил ровно такой же еще один. Он и по размеру такой же. Вообще это от другой похожей сумки. То есть два ремня, вот видно, да? Они прицепляются к этим самым колечкам по бокам. И это можно носить как обычный портфель на плече. Вообще, раньше я много изобретал всяких разных способов, как сделать из сумки рюкзак, но вот пришел к этому варианту, как к самому простому и, может быть, даже самому удобному. Потому что эту сумку можно совершенно незаметно и очень быстро переделать в рюкзак. Итак, вот она носится как обычная, и можно зайти в любой ресторан, можно ходить в любом цивилизованном месте. А если надо ходить долго по городу, то мы делаем следующее. Мы разъединяем вот так вот, вот раздвигаем эти два ремня таким вот простым способом. Перехватываем сверху рукой, левой, и получаем два таких вот ушка, каждый из которых одеваем на руку, на плечо. Ну, мне вот такой способ кажется очень остроумным и удобным. Ну вот, всего доброго, пока. Пойдем рисовать.